Чтобы люди имели возможность обсуждать полноценно работы, чат здесь должен не быть обычным чатом на стримах Твича, где летит все постоянно нереальной кучей и спам, спам, однотипное говно, смайлики и так далее. Обсуждение музыки. Этим и ценны, в принципе, видосы, в том числе на Ютубе, потому что можно почитать, что пишет чат. Это тоже важно. Поэтому не спамьте, друзья. Дмитрий Холод активно отвечает на ваши вопросы. Я тоже стараюсь замечать. Если вам не отвечают, значит, вы задали либо кринжатуру, либо вам уже ответили, либо ответ был. Не старайтесь быть забаненными, честно. Да. Не, вся команда, что касается Дэнни Руссо и прочих ребят, кто здесь находится, да, вот Макс, допустим, тоже сидит. Но я не думаю, что он будет душить кого-то в чате. Наш замечательный человек, оформляющий превьюхи. Иван, да, Киджей. Поэтому все ребята хороши, реально. Нужно все повторно. Да, тем более. Поэтому старайтесь, короче, Киджей, ЧСВ. Не надо тут. Нормальный, абсолютно ровный. Оценил работу по синтезу, за них не написался, но что-то прям лютого дизмораль словил. Альбом готовили, сейчас просто хочется забить на музон, чтобы потом опомниться после разбора. Чего? Сорян, бро. Сорян, если так получается. Я всегда говорю, что мы разбираем музыку совершенно не для того, чтобы загонять какие-то депрессии человека, а наоборот, субъектив, подкрепленный конструктивной критикой, если это критика, он существует для того, чтобы человек из этого взял чего-то для себя, если хочет, и исправил что-то в лучшую сторону. Либо скипнул это полностью и делает дальше, что он считает нужным. Вот и все. А так, чтобы типа менять вектор по этому поводу, наверное, это не лучшая история. Мы просто стараемся быть помощниками. Я на стриме, на сайте, ребята, вы в чате, да. То есть мы помощники, мы стараемся высказать свою историю, потому что артистам зачастую не хватает конструктивной критики. Критика по типу говно, дерьмо, ну как бы такое, да. А по поводу того, чтобы почему нет, вот это уже интереснее гораздо. Вот так вот. Так что вот так вот. Так. Что у нас? Ну, в принципе, у нас довольно быстро идет стрим. Дмитрий Холод. Вот смотри, у нас получается... А, нет, у нас уже все равно заказы пришли, да? А, нет, они, в принципе, все на 28-е. Я думаю, что, учитывая скорость, которую мы разбираем, ты можешь написать человеку, который был, да? Мы после этого альбома, я думаю, что мы разберем. Да, я думаю, что мы разберем альбом следующий. New Light Child. Да, он тем более говорит на 3 трека. Я думаю, его разберем, а перед ним разберем еще один заказ. Так что ты говорил написать, я думаю, напиши, если что. Тот заказ мы скипнули. Мы, получается, разберем альбом, трек Марни, да? Да, разберем трючок Марни мы, я так думаю. Ну вот так, разберем сегодня трючок Марни. И Sticky Flow тоже поднимем наверх как раз таки, да? Чтобы, если что, у нас на 2 стрима было. И чтобы один день у меня был более-менее свободный, если что. Да. Я просто не знал, с какой скоростью мы пойдем, я подумал, что это будет слишком душно, но учитывая, что ребята делают, имеют запрос, мы разберем их альбом и еще заказ один разберем между альбомами. Да, вот такой план действий. Флом альбом так называется, потому что там целая история. А, здесь, да, ты, Миш? Сейчас я прочитаю, что ты говоришь, бро, подожди, я сейчас прочитаю. Алекс Билдер 1. Сейчас, подожди. Флом альбом, да... Подожди, не уходи. Так называется, потому что там целая история. Глеб Баста должен был в 2017-2018 году дропнуть альбом «Прогресс». Ага, понятно. Где прогресс, это где альбом под названием «Прогресс», да? Но перестал делать музло из-за распада Янграж и личных проблем. Но сейчас с новыми синглами стал опять делать музло. Кстати, это делюкс альбом. Год назад уже дропался альбом «Прогресс», только название было «Прогресс Нойз», и его снесли из-за авторских прав. Я тебя понял, бро. Я тебя понял, отлично, хорошо. Интересно. Давай посмотрим, что это такое. Похоже на плохого парня. Где плохой поц? В этом плане. Ну да. Где плохой поц? Плохой поц у нас вот он вышел, да? Кстати, да, где плохой поц и вправду? Где новые работы от него? Я не понял. Все. Что мы ждем от Глебасты? Мы ждем прогресс, елки-палки, блин. А по поводу синглов. Вот вижу, выходили синглы. Аплифтинг. Так, а здесь что это? Они есть в этом? Talking. Nope. Какие-то вещи были синглами? Да не особо-то я вижу. Рок, приквел. Ничего нету, да?
«Попой» первая песня называется или «Попой»? А? Неплохо, неплохо. «Ветер», «Дневное шоу», «Садик». Ну, в общем... Ну да, вот вижу 16-й, 18-й, 19-й, потом бам, 21-й, 22-й, да-да, на пару лет пропадал, да. «Попой» или «Попой», непонятно, короче. Так, ну, в общем, вот так вот, да, ремиксов куча, прогресс, нойзер. Хорошо, 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 понятно. Давайте посмотрим, есть описание? Нет описания. Что он нам предлагает? «Бути», «Попой», да? Прогресс, нойз. А, вот так вот, да, подождите. Ага, сейчас, тогда сейчас. Тогда мы сделаем вот так. Мы тогда будем тречки загружать. Мы тогда будем тречки загружать отсюда. И делать это вот так, да. Чтобы не это. Это, короче, совокупность разных треков, да. Продолжение трилпила трека жопа, да, 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 да. 100% это так и есть. Все. Первый трек, как я понимаю, он вот как раз-таки с прогресс нойза, да, вот я это вижу. Потом, допустим, интернет будет откуда? Допустим, тоже отсюда же. А потом дальше, допустим, мы посмотрим, что откуда. Чего я жду? Без понятия. Так, ну по хрону треков я вас смотрю. 2.16, 2.30, 2.20, 3.16, 3.19, от 1.40 до 3.19. Блять, вообще без понятия. Я даже не знаю, какой это звук, что это за звучание, что ждать. Просто без понятия. Вообще история не из легких. С точки зрения того, что когда происходит какой-то камбэк, да, какой-то рестайл, вероятнее, происходит артиста. Переосмысление каких-то творческих подходов. Наверное, это в целом непросто. Поэтому просто хотелось бы, чтобы это было качественно. Наверное, это какие-то эксперименты, плюс что-то старое, да. Погнали. «Попой». Вот так сразу, да? Деньги заработал, видно только с крыши. Набирай, малышка. Дело, дело, делать деньги ду-ду. Нам не только тру. Я играю в игру. На машине низкую цену, бэби, близко. Сладкая ириска, артистка. Дай мне посмотреть. Вот вообще вот эта история, да, такой примитивизм. Оно имеет место быть. Тряси попой попой, ресницами хлопай, дай мне посмотреть влево, вправо. Да, такое как бы оно работает, котируется. Но для этого должна быть дикая харизма и сведено все-таки должно быть норм. Со мной летает 9-9 утра, да. На танцполе биток долбится, это ночью точно. Так-то ничего, в принципе, да. Я не говорю за, типа там, примитивный текст, это не очень. Это танцулька. В танцульке и долбежке не должно быть ничего суперсложного, чтобы ты действительно ресницами хлопал-хлопал, ножками топал-топал и тряс попой-попой, да. Ок, с этим нет вопросов, претензий нет. Вопрос в качестве непосредственно. Чуть назад. Панорама у инструментала как-то очень скомканно, все в центре вместе с инструменталом, да, как-то все стоит тускловато немного, вот оно все, точнее с капой вместе, вот инструментал был собран, панорама и воздуха не хватает немного, и уверенности в харизме, чтобы это прям забирало, да, конкретно. Ну, такое, как бы, немного нецелостный продукт, какая-то чуть-чуть мешанина пока. Танец медленный и низкий, да, мне нравится. Больше, мяса, больше. Baby, мы танцуем, да все пялятся.
меня, боссом там, но со мной не играла. Да, супер молодец, сверхновая ты звезда, блики на очках. Давай, больше, больше, бро, больше, больше. Ты же видишь, насколько бит ебашит, просто, просто он сносит. Ну и очень разный, много, да, контрастов. То есть я уже не помню, чем... И я не помню не потому, что я стопаю, поверь мне. Типа, я запоминаю, что происходит в треке. Просто настолько... Лазерный взгляд, ты моя ля-ля-ля, я твой декаданс. Тряси попай, попай, ресницами хлопай, со мной летай. Окей, бро, окей, трясем. Трясу, хлопаю. А песня идет 2.16, представляете? 2.16. Казается, мы уже, кажется, что-нибудь такое. Очень-очень долго, да, послушали? Флом вспомнил молодость. Бля, хотел сказать гадость, но не буду. Да, не буду. В общем, сыро. Да. Сыро? Не уверена. Да-да, вода. Вот оно от Эдлибов началось. Вот отсюда, честно. Вот, вот здесь сразу. Тут надо прям вот раскрыться. Вот если расколбас ты делаешь, это должен быть, знаешь, просто вот разъеб на отрыве, короче. Вот просто на отрыве, чтобы тебя это просто разносило. Чтобы ты дико кайфовал, да, просто вот. Ну вот, если говорить из последних, да, вещей. Больших косяков, мы скурили 8 дома, чилим с Вутангуни. Насекомое, да, бульвара и прыгает. Сам на свет чем. Каких больше косяков? Да. Ну, с точки зрения погружения. Дома, кок, да? Значит, я тоже. Я не вижу друга, даже когда мне сложно. За окном дорога, это значит, я дом, 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 дом. Как бы, ну. Ну, тут тоже не совсем та история. Всякое разное, всякая разная жесть есть, да, качающая. Абсолютно. От Моники Белуччи, да, вот. Реально. Рейф эзотерика, слава. Рейф эзотерика. Рейф эзотерика. Рафлянка есть, 300, да, сколько. Буду я восьмой дермист, молодой пусть и султан. Через девиз, через девиц, ебись, ебись. Оно конем, а мне приснился жуткий сон, будто в моих. Харизма, бро. Что там еще есть такого? Ну, может, все горит, нахера работал. Я замни капка. Все горит дотла, все горит дотла. А, круг распространяется, да так, что я ебал. Все замешано в один бесконечный концертный зал. Всякая история есть, да. Ну, выбираем, типа, вот весь год сидим. А у этого, да? Как он? Вот у бульвара тоже есть, вот спрайт есть от СМХ. Гучи Суприм, сучка из окраины Москвы. 4 на 4 бульвар, да? Вот, самое. Кто был есть вещи на порядок выше. Нет, я не забыл, какую занял с собой нишу. Это музыка. Тоже ничего интеллектуального, да, особо нету. Человек выпустил альбом «Квартиланг» и выпустил вот такую рафлянку, которая тоже работает.
Не вопрос поэтому. Вообще, можно качать чем угодно. Ну, могу дальше, да, листать. И это все за этот год. Это все за этот год, да, история. Поэтому я не против легкой музыки. Не, ну глич-моб это слишком жестко, как бы. Тут вопросов вообще нету. Особенно новый альбом, да, их Control-Alt Reality, что-то такое, 22-го года, где там они под Prodigy сделали, это прям вообще бомба. Хоть там и треки по 5 минут, но это бомба просто вообще. Нет, короче, нет, да, сыровато немного. Я просто на первом треке останавливаюсь, потому что, ну, мы входим таким образом в альбом артиста. И пытаемся его понять. Ладно, еще раз слушаем этот трек и идем на следующий трек интернет. Целиком слушаем трек попой для того, чтобы все-таки попытаться увидеть его целостность какую-то. И сразу переходим на следующий трек интернет. Вот видишь, ты как бы врываешься сразу, без интро, без ничего, без погружений. Поэтому весь трек воспринимается как соединение разных партов немного, да. То есть нет целостности в нем. Как вот в начале, не, вот что это? Как будто ты вот откуда-то кусок вырезал, и вот он сразу пошел, да. Нет ни интро, ни погружения, ничего. Вот, вот ноль, да, ноль. И... Не, нормально тут, я просто любитель Prodigy, бро. Видно только с крыши. Понятно, что Drive It Like a Stone круче, да? Или Fortune Days. Нам не только true, я играю в игру. На машине низкую цену, baby, близко. Сладкая ириска, артистка. Припеве не работает. Не работает припев. Бит очень плохо сведен. Зови меня боссом, со мной не играй. Да я супер молод, сверхновый. Да, вот этот второй по громкости, да, который здесь, типа, бэк-вокал идет тоже, да, он не атмосферный, он слишком громко звучит, слишком много высоких, да, в нем. То есть он как прям выходит из панорамы треков в целом. Ты звезда, блики на очках. Тебе не кажется, что субъективно не качает? Да не, бро, я слышу рассинхрон просто, понимаешь? То есть проблема в том, что я очень люблю электронную музыку, знаешь, я типа могу понять, когда она идет по нотам, она соблюдает мелодию. То есть когда тут туц-туц, когда ты в этот туц-туц, ты даешь правильные ноты, да, правильный ритм и наполняешь этот ритм харизмой. И самое главное, это должно быть оформлено и сведено. Ну понятно, пусть это звучит не как альбом Скриллекса новый, тут как бы вообще, да, это без шансов недостижимые величины. Но просто, да, просто базовые вещи соблюдены с точки зрения объема, да, с точки зрения разведения инструментов, чтобы это более-менее слышно было как-то как целостное произведение. Просто базовое сведение, я не про альбом Скриллекса, да. Мимо, просто мимо, честно. Объективно, сорян, вот, да, я могу объяснить, почему это не работает. Я твой декаданс. Трясти попой, попой, ресницами хлопай. Со мной летай. Ту-ту-ту-ту-ту-та. Не, если это пересвести, если по харизматичнее сделать припев, ну тогда, наверное, это заработает. Как бы, ну да. Чё это вот в левом канале? Вот это вот постоянно. Бля, невозможно слушать, пиздец. Вот это всё. Ресницами хлопа.
первый тур тут, а интернет, второй трек, let's go. Ох, ебать, это прям... Что-то типа On The Beat Go With Zone альбома Scooter, да? Хайпа-хайпа, что-то такое, прям такой быстрый рейв, да, какой-то. Да, какой-то скутер из 90-х, как будто у нас начинает играть. Ладно, заново, слушаем внимательно. На руках и мультяшные слова, на устах, baby, видит меня где-то, я в облака. Жесткая, честно. Здесь просто вот, ну, просто есть какая-то демка капы. Рафлянская демка, да, записанная с одного раза в 2014 году. И бит, который, ну, рандомно подставлен. Абсолютное несоответствие биту, да. Я бы мог поставить сейчас какой-то быстрый рейв, да, долбежки какие-то. Истории там того же скутера, да, может быть, даже по скорости, но забанят разбор, скорее всего, на ютубе, благодаря этому. Много чего я могу поставить, да, из... Rebel Yell, это How Happy Hardcore, может, подойдет. Много песен, да, бро, честно, я понимаю, о чем речь. Честно, я понимаю, о чем речь, правда. Это не Edge of Wi-Fi, а так, вот это может? Не-не, это уже медленнее история. Нет, это они скутер пытались сделать под Prodigy, ну конечно же, до Prodigy им далековато, хоть они и пиздатые, но нет. Prodigy ебут, конечно, всех и вся. Хуй знает, честно, бро, это просто, ну, рандомный звук на... Так, по биту сейчас надо понять. Тоже опять без сведения, да, совершенно? Мультяшные слова на устах, baby, видит меня в гетто, я в облаках, я в облаках. На руках и мультяшные слова на устах, baby, видит меня в гетто, я в облаках, я в облаках. Рекомендую, да, если что, послушать два последних альбома Скриллекса, если хочешь, да, вот в данном случае вот... Вот этот трек, допустим, да? Который называется Real Spring. Если прям что-то поагрессивнее, то Rumble.
Killers in the jungle. 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 Да, не могу ставить долго, заблокирует, потому что Ксена тоже. Очень крутая тема. Ну, это прям идеально чистый звук с отличным сведением, суперские идеи. Целиком два альбома можешь послушать, не знаю, чтобы хоть примерно понимать, что сейчас вообще происходит в звуке. Но даже если не берем мы российских артистов, вот того же Кока можешь послушать, не знаю, кого угодно, я не знаю, просто чтобы саунд-дизайн послушать, да. Это просто, ну, это очень слабо. Это демки очень слабые, все, все, что могу сказать. Даже вот GSPD два альбома крайних послушай, я уверен, я не слушал, но из того, из тех синглов, которые я слушал, просто там, по крайней мере, ну, что касается звука, оно более-менее ровно стоит. Пусть что-то мне не нравится, но из того, что слушал, да, тем не менее, как бы, ну, Лида вообще 100%, да, Руслан ЦМХ, Лида, как бы, это, ну, из наших ребят. А сколько... Ладно, я даже не буду спрашивать, сколько тут ставка была. Блять, чё это? И у меня вопрос. Вы, в смысле, голосовали за то, чтобы я это разобрал просто, чтобы порофлить? Или, типа, вы реально думаете, что это рабочее дерьмо? Вот у меня вот очень интересно. Очень интересно мне. Теперь я понимаю, да, уровень расстройства людей, которые ждали другой релиз. Рофл-альбом, чтобы занизить ожидания. Я не знаю, правда, не знаю. Честно, без понятия, да, как это работает. Да, ну, просто в мире, где есть... Ладно. Идем дальше. Все, что я могу сказать, да, все, что я могу сказать. Допустим. Спешл, следующий трек. Может быть, это нам занизили ожидания и сейчас... Сейчас будет качество, let's go. Для нас сейчас.
вокс тимбы, да, под это. Типа еще это в районе песня времен хитов Тимбаланда, да? Ну, не Лил Джон уже эту историю. Для нас сейчас что-то важное происходит внутри меня и внутри всех нас. Чувствую это, я чувствую это, я чувствую это сейчас, как что-то важное происходит. Короче, опять же, не под эту музыку, да, история совершенно. Фух, вроде какая-то история есть, да, с повествованием, да, то есть что-то есть с повествованием, здесь норм, но это не под эту музыку история вообще абсолютно. Внутри меня, тебя и всех нас, я чувствую это прямо сейчас. И я хочу обрести, эй, свежие новые качества. Мы проявим их запросто, они специально для нас, они специально для нас, они специально для нас. Ведь будущее прямо сейчас, специально для нас, специально для нас, эй, специально для нас. Сейчас. Тут капа нормальная. Тут капа не демка. Капа ничего, но она не отсюда. Вот это проблема. Чё-то по капе, как бы, но это не отсюда. Прям во всем максимально не отсюда. Сейчас. Бля, тут, конечно, пошутить можно было бы, но я не знаю, насколько актуальная ирония, да, насколько это будет. Ну, творческие личности, они как бы очень ранимые люди, но я не буду, наверное, этого делать. Да, я не буду этого делать. Думал зарофлить, да, поднять настроение чату и себе поставить песню не Ксюши, но не буду это делать, да. Как бы, я думаю, это было бы уместно с точки зрения юмора исключительно. Вот, но я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Те, кто поняли, я думаю, и так поняли, да, и посмеялись уже заочно. А следующий трек «Фризер». Я не понимаю, почему называется вот так альбом, если все треки с «Прогресс Нойза». Почему бы и вот так его не выпустить его? Снова пиздишь эти бабки, у меня свои бабки, она сделала рукой, я сделал мув быстро. ЛСП на рандомный бит, да? Чистом, белом будто бы крестно. Снова пиздишь эти бабки, у меня свои бабки, она сделала рукой. Дерзкий дилей, да? Я на богатом, у ней бампер, что нужен эвакуатор. На капоте тачкила, денег пачки, слыша с полу автомата. Ра-та-та-та-та-та-та-та, я спускаю кэш на ветер. Больше, чем у них зарплата, слышишь? Ультрафиолет, мои деньги имеют зеленый свет. Слышишь звуки, это издает мой гэнг. Слышишь запах Прада, на мне кинза тряпки. Вот это точно про Прадо. Слышишь запах Прада, слышишь запах Прада, запах Прада, 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 Прада. На мне кинза тряпки, я такой опасный, курю на заправке. Льют шипучку прямо по себе, дорогу в нижнем белье. Мои деньги плесень, а я сырный сырье. Сияет миг на солнце, но до них доходит будто дали столько. Чё, блядь? Самая жопа, диван, диван, кожаный диван, 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 кожаный диван, 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 самая самая жопа, кого кожаный диван, кожаный диван, 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 пиздишь бабки, эти бабки, мне свои бабки, она сделает. Да, это настолько плохо, что как будто даже как постерония это покатит, да? Я сделал мув быстро. На чистом, белом будто бы крестно. Снова пиздишь эти бабки, у меня свои бабки, свои бабки, она сделала рукой. Я сделал мув быстро. На чистом.
часовую версию там... трека, мне кажется, прям. Да он будто бы Christmas. Где задержит ice, на ice baby залетает. Держит за руку меня и танцует за ним. Моя бич любит их стать. Она у меня в руках, говорит, да. Это что случится сейчас? Рискну заявить, что этот трек самый интересный из всех, что мы прослушали до этого. С точки зрения того, что он максимально необычный и пиздецовый. Спешл, как бы там просто капание оттуда. В предыдущих треках как бы было безэмоционально и тоже не оттуда. Демки какие-то здесь, с точки зрения харизмы, как будто у нас более-менее исполнено. На рандомный бит, но весь этот пиздец в совокупности дает какой-то творческий трэш вообще дикий. И с прослушиванием трека, да, как будто ты начинаешь привыкать к этому. С точки зрения разбора и как у чего-то интересного, да, как будто это что-то вот наиболее. Со мной жопа, ай, кожаный диван, со мной жопа. Я, ну конечно, я стараюсь дать аргументированный фидбэк, ну камон. В этом есть задача нашего проекта, вне зависимости от материала. Следующий трек, скорость света. Нет. Подождите. После фризера у нас скорость света, правильно? А, вот она, скорость света, понятно. Серьезно, бля, серьезно, серьезно, бля. Супчик здесь? Бля, запускаем трек. Бля, бро. Супчик, что ты сделал? Ну давай. Я слышу голос, он поет мне о прекрасных прожитых дней. А мы танцеваем, что-то припоминая, выходя на свет. Головой вверх, руки в облака, шузами по земле, навигатором. Так мы танцеваем, что-то припоминая, выходя. Головой вверх, руки в облака, ногами по земле, навигатором. Так мы танцеваем, что-то припоминая. И проблема еще в том, что он везде поет абсолютно, ну, разно. Нет отслеживания какой-то харизмы артиста даже, да. Ну, бит прикольный более-менее, да. Такой глухой, хороший, кочевый битос. Что-то не мешанина из фризера, да. Ой. Тут у нас мумитроль какой-то, да. Мы одинаем, что-то там летаем, что-то там одинаем. Так мы танцеваем, что-то припоминаем, выходя на свет. Ты слышишь голос, он поет тебе о прекрасах грядущих дней, о прекрасах текущих дней. Выходим на свет за чертой ночь, эй, за чертой ночь. Ну а дальше припев, прямо после куплет. Головой вверх, руки в облака, шузами по земле, навигатором. Так мы танцеваем, что-то припоминаем, выходя. Головой вверх, руки в облака, ногами по земле, навигатором. Так мы танцеваем, что-то припоминаем, выходя на свет. И бридж тут есть, ёпта. За спиной ночь, за спиной ночь, и это самый большой секрет.
а утро ничего, кстати. Ничего такое подписано, что-то есть в аутро. В аутро ничего звучания. Лучший трек пока, да, 100%, потому что фризер с точки зрения вау-эффекта, да, заработал. Здесь как будто есть местами что-то, да. Просто абсолютно рандомный, конечно, сборник стилей. На блоге расщепление света, да? Ой, блядь. Бридж тут есть. Автор 3 электронных альбомов и 1 песенного. Создатель многих охуительных песен, в список которых песня Глебасты спел go 29997924258 восклицательный знак не входит. Там же это написано, да? Вот прям именно так и написано здесь. Известных треков и ремиксов, да. В России его творчество может быть известно по совместным работам с Boulevard Depot, I-61, I-61, Thomas Mraz, Off Me, Loud, Husky и другим именитым артистам. Красавчик. Знал, кого не указывать. Ладно, это было слишком жестко. Свой путь начал в 2015 году, выпустил свой первый электронный альбом, выпустил такие фестивали. Да. Все так. Сейчас Супчик готовится к выпуску своих новых альбомов, песенного и электронного, запланированных на конец 2020 года. Свежак, блядь, информация. А также продолжает заниматься музыкальным продакшеном. Я думаю, что к этому альбому надо было вот такое делать. Вот это наше выражение лица. Вот это исполняет Глебаста там, вон. А это мы. Типа. Бля. Вот это была бы правильная обложка для этого релиза. Мы в ахуевании. Просто вот как этот кот, да, вот он смотрит, а он Глебаста поет. Вот это так примерно выглядит. Этот ковер для, не для катарсиса. Не произошел катарсис, не наступил, вот честно. Ахуй только пока что происходит. Ну ладно, спасибо. Спасибо за этот трек, тем не менее. Это лучшее, что есть пока. Вот, поэтому идем дальше. Call me. Call me if you get lost, ёпта. А мы потерялись, да, действительно. Тайлер, спаси нас. Let's go. Слайды, да, тут вечер, гуляю один. Но где ты, бейби, детка, гуляй, она не с ним. Ее подружка на вид милашка. Мне нравится, сука. Вечер, гуляю один. Но где ты, бейби, детка, гуляй, она не с ним. Ее подружка на вид милашка. Мне нравится, сука. Я ей звонил. Я ей звонил. Знаю, молодая, знаю, не скучала. Я ей звонил. Гличи стайл тайп. Знаю, не скучала. Вечер гуляю один. Но где ты, бейби? Детка гуляет, она не с ним. Ее подружка на вид милашка. Мне нравится, сука. Мне нравится, сука. Damn, bro, damn. Подружка на вид милашка. Мне нравится, сука. Да. Спасибо. Можно было просто 10-часовую версию вот этого записать.
место всего альбома, я думаю, да, уже. Сга, сга, на вид милашка. Сга, сга, гуляет она с ним. Сга, сга, на вид милашка. Сга, сга, на вид милашка. Сга, 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 гличи, да, ебануться. Уф. Жестко, бро, жестко, честно, жестко. Припев вот один, да, вот такой прям. Ну, как, короче, куча каких-то экспериментов, честно. Ахуй Москвы. Просто вот, просто пиздец. Еще один трек. Тайлер нас не спас. Хотя мы Get Lost. Sunglasses. Да. Типа, это очки от Prado. Let's go, let's go. Бег среди людей, бег среди машин, будто пару веков куше мускарин. Не остановить стражнику ворот, заколдованный город. Огород, ёпта, блядь. Заколдованный огород, братан, блядь. Отвечаю тебе, блядь. Скорее не остановить стражнику ворот, заколдованный город. Вестником оказался брат, знали бы, как был обеспечен и рад. Мы ходили кругами и хотели летать. Все изменилось, он увидел, как ты снимаешь. Как ты снимаешь свои темные очки. Хуя себе, там бэк-вокал наваливает. Бег среди машин, будто пару веков. Не спим, не остановить стражнику ворот. Заколдованный город. На балконе без окна ты искала его глаза. Он ходил кругами, хотел летать. И все для того, чтобы вспомнить, как ты снимаешь. Как ты снимаешь. It's an omen. Свои темные очки, золотая оправа, бирюзовые линзы, бирюзовые линзы. Свои темные очки, золотая оправа, бирюзовые линзы, бирюзовые линзы. Ну да, объективно не самый худший трек, реально. Я согласен с этим, правда. Ладно, давайте без мозгоёбства его еще раз от начала до конца послушаем. Уважим артиста за его проделанную работу. Всех, кто это сводил, тоже уважим. Я думаю, что это был непростой путь. Вот, поэтому послушаем от начала до конца и... Среди людей, бег среди машин, будто пару веков куше мускарин. Не остановить стражнику ворот, заколдованный город. Вестником оказался брат, знали бы, как был обеспечен и рад. Мы харизма тут есть более-менее, опять откуда-то летать. Капа, откуда-то. Все изменилось, он увидел, как ты снимаешь. Как ты снимаешь. Наушники. Свои темные очки, золотая оправа, бирюзовые линзы, бирюзовые линзы. Свои темные очки, золотая оправа, бирюзовые линзы, бирюзовые линзы. Среди людей бег, среди машин, будто пару веков. Не спим, не остановить стражнику ворот, заколдованный город. На балконе без окна ты искала его глаза. Он ходил кругами, хотел летать. И все для того, чтобы вспомнить, как ты снимаешь. Как ты снимаешь. Свои темные очки.
очки. Золотая оправа, бирюзовые линзы, бирюзовые линзы. Свои темные очки. Золотая оправа, бирюзовые линзы, бирюзовые линзы. И я... Сорян, я не сдержался. Плохая задумка, на самом деле. Свои темные очки. Золотая оправа, бирюзовые линзы, бирюзовые линзы. Свои темные очки. Золотая оправа, бирюзовые линзы, бирюзовые линзы. Короче, скажем так, те треки, которые относятся к этому релизу, в данном случае Sunglass и, по-моему, Call Me, да? Да. Здесь тоже есть какие-то попытки в эксперименты с точки зрения звучания. Вот этот трек, да. Ногами по земле, навигатором. Нирам, то есть вот эта история с игрой стилем, она присутствует, окей. Наиболее нормально сведено, как минимум, инструменталы, то есть качество звучания в треке Call Me и Sunglass. День звони, день звони. Здесь переигрываешь очень сильно. Не звони! Не знаю, либо это под этот инструментал так слышится неудачно. Но, по крайней мере, тут какое-то сведение есть у инструментала. Здесь, в первых треках. Вот интернет, это, ну, это апогей слабого звучания на этом альбоме. Call Me, Sunglass, чё-то. Неплохое сведение инструментала, по крайней мере. Баланс нормальный стоит, ничего не выпирает, чё-то, да. Если бы трек Sunglass добить... Может быть, что-то было бы. Я понимаю, что вероятнее всего это поиск звучания какого-то. Поиск интересного звучания, электронного, возможно, на каких-то стыках жанров. Какая-то эклектика, да, что-то такое. Попытка сложная сделать. Но пока это настолько, на мой взгляд, звучит нецелостно, все разношерстно. Капы какие-то непонятно откуда, ритмики. Неуверенное исполнение, эдлибы криво исполненные, очень тихие какие-то там бэк-вокалы, неуместный в тон, да и я вот это вся. То есть это просто жесткая мешанина. Можно ли назвать это экспериментами? Да, ну тогда можно все назвать экспериментами, абсолютно все. Абсолютно любую хуйню можно делать под бит и говорить, ну это эксперимент. То есть типа у всего может быть какая-то, я не знаю, структуры или хотя бы какое-то адекватное объяснение, почему это имеет место быть вообще к жизни, да, почему мы это слушаем, как минимум. Для 23-го года, учитывая огромный багаж электронного звука, даже на российском рынке мы не берем какие-то хиты Prodigy или... Да никого не берем, да и хиты не берем, просто альбомы артистов российских, все, больше ничего. Мы просто не выкупили. Ну да, да, это понятно, как бы. Это самая классная история, что... Я понял, что ты рофлишь в данном случае, но некоторые действительно так подумают, понимаешь? То есть они скажут, что там какой-то невыкуп произошел, потому что ты можешь выпустить абсолютно любую работу, да, любого качества, и люди тебе скажут, что это хуета, и ты такой, а вы не выкупили. Классно, да. Сморозил хуйню, скажи, что рофлил, да. Так и здесь, да. Поэтому это не совсем честная история. Если ты говоришь о невыкупе, ты должен объяснить, почему. Ты должен объяснить, это не выкуп, потому что здесь вот это сделано хорошо по вот таким-то канонам, имеет отношение вот к этому. Либо это произведение сложные, совокупные какие-то от вот этого и вот этого, между жанром вот таким, вот так это работает. Базару нет. То есть, условно, вот мы, допустим, разбирали трек, альбом J-Lo, да? Вот это, допустим, история. Тоже непростая музыка, реально. Вот это, допустим, история. Да. Летний дождь, да, там, трючок, к примеру.
Тоже не самая простая музыка. По свидосу, да? Вот такой свидос тут, да? Вот, да, ну тут есть харизма, тут есть попадание, тут есть работа со стилем. Это сложный стиль, непростой. Ну, тут есть работа, да. Ну, про Рама я вообще не говорю, да? Сдержись, бро, я плавлю плотно жирва. Мои методы батри. Молодость, я ответственно хвалив праймером. На рассказы дал по мясу, и сейчас они спать. Импакт, импакт, импакт. Тело в куске, я хочу с насладе, суки, вкус ты. Не знаю, там вот кровь из носа. Мечики, да, тут какие-то... Вот долбёжка, сложная музыка, да, и демка. Разъёб. Альтрак Бамблбизи, кровь из носа, последний альбом. Ремиксы, да, вот. Ну ладно, ремиксы, там все, что касается какого-то там запичного гиперпоп звучания, лучше вообще туда не будем лезть, да? Ох. Капсайз, да, вот уже. Ну ладно, это не электронная музыка, ладно. Экс-Адлин тоже не то это. Не знаю, в общем, очень много всего разного существует, да, вот у нас. Это просто российская музыка этого года. Как-то так, короче, друзья. Фондай совет ему, он в поиске сейчас. Его депоха хвалил в интервью с Минаевым, одновременно сожалел, что после распада Янграша пропал охуенный голос. Реальный человек, не старый трек, поймешь разницу и то, что сейчас играю «Знамя мира», девочка интернет. Хорошо, давай. На «Знамя мира». Проспект мира надо мной, знамя мира, лали стонет, словно лир. Ну это вроде депоха старый, да, читает? Да. Я кручу косяк в постели, ранним утром будет видно. Тут депоха еще даже слабенько читает. Столько же кури, это все придумал сам. Проспект мира надо мной, знамя мира, лали стонет, словно лир. Пахнет вкусно, словно я ключу кося даже думать, что пацана второсортный. На стеле ранним утром будет видно даже Зипики киса смеется над второсортным хип-хопом. И мне не нужно даже думать, чтоб понять, кто тут был пробным. Кто пытался поднять кэш на том, что я делал для своих людей. Буду делать и буду здесь, ведь здесь значит везде. Знамя мира на плече, развивает ветер плавно. Знамя мира на плече, я пронесу. Ну, здесь он звучит не хуже, чем, а то и лучше, чем Бульвар Депо. Что там ты еще говорил, бро? Девочка, интернет. Сейчас. Basic boy. Ладно, девочка, интернет. Я послушаю, мне не лень. Мне просто надо понять, что вообще это такое, ну типа, почему мы это слушаем вообще не понимаю. В волосах ее хрусталь, снежный блеск, рефлекс и сталь. Фиджи водопад, две пальмы в косяке верха. Она не хочет спать, она... Твое тело раздает Wi-Fi в твоей крови.
звоню тебе, но модем занял твою сеть. Моя героиновая малышка, ты знаешь, что... Ну да, ну в принципе, вот и каждый трек, который мы слушаем, как будто бы он не особо динамичный. Как будто бы он под эмбиент, может быть, даже какой-то, да? Под плавный какой-то раскат, может быть, клауд. Может быть, чиловое какое-то звучание, эмбиентовое, спокойное звучание. Что-то типа, знаете, может быть, КНО, да, битов, Oneerology, может быть. Может быть, что-то типа... Я не знаю, почему он пошел на такую динамику, да. Сила голоса есть у него, да. Стиль есть, не знаю, насколько он спрыгнул. Я непонятно, что с человеком. Столько времени прошло. 7-8 лет. Это же пипец, блин. Как будто у него и вокал более-менее есть, да, вот там в тех местах, где он делал его. Просто не хочется, да, просто как бы так бросово высмеять, да, и все, и закончить разбор. Потому что это работа очень слабая, мешанина вообще непонятно чего. Но, вероятно, раз это есть, значит, есть причина на то, что это есть. Может быть, человек не испытывает не лучшие творческие какие-то времена свои. Давайте постараемся помочь как-нибудь, ну, хотя бы субъективно со своей стороны, не владеющей информацией. Заебись помощь, конечно. Ну, попробуем, да, найти, я не знаю. Какой-то раскатистый, раскатистый, медленный эмбиент, да, чтобы он мог поработать вокалом. Дать какой-то атмосферы, может быть. Не знаю, как у него с речитативом, но что-то есть, да? Может быть, просто человек сказал, в общем, все, да? Что хотел сказать? Голос, да? А, нет, ну это... Не, это не то, тут нету как бы глибасты вроде как. Глибаста. Оцени, да, я напишу. Фломан ВК писал, чтобы его чуваки на Бусти выбрали в голосование в альбом. Не, ну пожалуйста, я не против. Че, может быть, действительно он что-то хотел услышать, да что? Что я могу сказать хорошего? Я с удовольствием хочу разобраться, что здесь такое. Видно творческий чел, ну правда, видно старается. Разные какие-то парты, да, танцевальная музыка, блядь. Дело, дело, деньги, дуру. Не раскрывает его, этот беспонтовый тюн сведения. Какие-то, как будто бы ему стоит что-то более такое, может быть, чуть посерьезнее какая-то история, чтобы там те же фиты с бульваром могли получаться, к примеру. Потому что сейчас уровень вообще, ну, несопоставим абсолютно. Если на треке 15-го года он звучал сильнее бульвара, то сейчас это, ну, две разные вселенные. Квартиланг бульваровский и вот это. Это что это вообще? Ну, последний альбом Бульвара, ладно, там тоже как бы Токсик, это Сертоловский, там тоже есть хорошие треки, но в целом проба пера, да, в разных жанрах. Вот даже здесь он читает, да? Вот он. Зачем ему этот бит из On The Beat Go With On, из старого альбома Prodigy? Для чего ему этот хэппи хардкор, рейв? Куда я? Зачем это? Дайте ему раскатистый эмбиент, я не знаю. Сейчас. Или вот такое вообще что-то. Bring me back, then the world is cured. КНО и Садистик. Совместный альбом у них в 22-м году вышел. Как будто бы, мне кажется, вайб может завлечь его. Get watching rain, rain, wash away pain and arsenic, walk ashamed, stay waited, so I take it all in step. Заебись вообще. Сложная работа, очень сложная. Вот, пожалуйста, долбежка электронная, как вот ты хочешь, да? The earth was empty. Вот, я не знаю, заблокируется ли разбор, надеюсь, нет, бро. Вот, да? Послушай альбом. Мне кажется, можешь проникнуться. Он взрослый, это осознанный хип-хоп.
с экспериментальной интересной музыкой. Он, конечно, тоже нахуй никому не был нужен, хотя ребята гигантские мастера. Но я думаю, ты знаешь, что такое садистика, кто такой КНО, да? Так вот, совместный их релиз называется Bring Me Back, Then the World is Cured. 22-й год, свежак, пиздец. Очень крутая альтернативная музыка, 18 треков. Погоняй его, может быть, что-то придет в голову. Вижу, что ты ищешь какой-то необычный звук. Вижу, что тебе не устраивает новая школа. Пытаешься совмещать какую-то динамику с типа вот супчик то, что делает. Не знаю, оно ли вообще это. Такие приколюхи, вот типа 4 на 4 вот бульвар может делать. Не знаю. Послушай эту работу. Может быть, норм тебе будет. Не знаю. Сейчас я покажу вам. О, блядь, Кнов. А, ну вот, в общем, да, ну вот. Вот, если что, вот, да, это то, что я сейчас включал и слушал, да, вот. Вот это альбом, вот этот, это, и вот они треки, да, здесь. Есть разбор на Boosty, да, уже бесплатный выложен, по-моему, если что, бесплатно уже он, по-моему, открыт. Здесь этого альбома есть, не баячу на деньги, бесплатно уже открыт он, по-моему, да, вот здесь. Очень крутая история, правда. Вот, если что, послушайте. Из того, что он здесь показал? Это вообще бред. Это просто старье какое-то. Тут какое-то сумасшествие ЛСП у нас происходит, отвечаю. Битос сюда не подходит. Что-то ты неплохо исполнил. Капу. Есть харизма, но бит не тот вообще. Куда скорость такая? Зачем долбежки все эти? Вообще не понимаю. Не знаю на скорость. Не звони, что-то поди. Ты бы нади, ну ты не гонфлат, бро. Ну нет. Она вечер гуляю один, но где ты, бэйби, детка? Мне кажется, тебе можно что-нибудь типа такого делать, вот типа вот то, что вот я. Линзы, бирюзовые линзы. Вот это все. Вот это. Линзы, гадина. Либо эмбиента ему дать. Типа Тони Деф альбом послушай. Кстати, послушай. Тони Деф альбом 13-го года или 16-го, какого он там. Полимер называется. Если интересно, сложная музыка, очень крутая. Вот. Вот это. Это качество ебануться какого уровня. Вообще недостижимое, бро. С точки зрения речитатива, продакшена, вокала и стиля. Sunrise вот трек есть. Очень, очень крутой трек. Можешь начать с него, если что. С трека Sunrise. Вот с этого трека начни Sunrise. Как тебе облога? Облога соответствует. Да. То есть это прям... Хорошо, знаешь, это хорошо и очень сложно. Это не фастфуд, это сложная музыка очень. Ну вот так вот. Вот так. Ты снимаешь. Как ты снимаешь? Здесь перезатянуто однотипно. Короче, очень сырые эксперименты. Очень сырые эксперименты, но я вынужден это оценить, к сожалению. Я вижу, что это эксперименты. Если эмоциональная реакция тебя оскорбила как-то, не обижайся, бро. Просто, ну ты сам понимаешь, это пиздец, да? Поэтому нет.
Живо реагирую на музыку, говорю все, что думаю. Стараюсь быть тактичным, не всегда получается. Атмосфера, вайб. Ну, без рафлянок, если 1-2 балла. Один больше. Ну, хорошо, 2. Есть местами что-то в капах, что-то где-то прям. Трендовость, актуальность жанра 2. Ебануться, бля. Рифмы и образы. Ну где-то есть. Там, где не в тему капа, там что-то есть. Ну 5-6 типа. Ну могу поставить 6 баллов. В рамках жанра, так тем более. Даже может 7. В рамках жанра. Что-то происходило, какая-то абстракция была. Структура, ритмика 4. 3 даже. Реализация стиля, свидос и исполнение. В некоторых треках 2 балла. В некоторых 4. 3. Индивидуальность и харизма. Да не подходит вообще на эти биты, и вообще не раскрыта она. Что-то есть. 3 балла. Вот такая оценка. Ну, я за что добавить? Харизма вообще не для этих битов, вообще не отсюда, все мимо максимально. Какие-то капы отдельные играют, сведение такое себе. Реализация тоже чего-то, либо сведение, ну ужас, реально ужас. Структура, ритмика, много чего не вбит, биты не сведенные порой. Вайб это по-божески 2, честно, честно. Здесь, ну, 3 нету точно, 1-2, ну, двоечка вполне. 23 балла. А сколько был прогресс... Блять, прогресс хоть... Сколько ставка вообще на этом бите? На этом альбоме? Сколько ставка у вас стояла? Сколько баллов? Рифмы 5, вай, 1 вайб. Ну я типа вот старался тут как-то еще не занизить за что-то, да, за то, что есть. В общем, 23 балла. 66 и выше? Вайп 1, ну, может быть, ну, ладно, как бы, есть какие-то моменты, там, что-то где-то как-то. 62 и вы... 62 балла? Ах, Дмитрий Холод. Дмитрий Холод, конечно, ультанул тут с прогнозом. В общем, вы можете зайти на наш сайт, замечательный, сайт лучше всех в мире, работающий. Дающий возможность удивительную зайти сюда и оценить, написать рецензию раскрытую, без оскорблений, без матов, положительную, отрицательную, абсолютно любую, конструктивную, раскрытую, да, субъектив подтверждайте своими аргументами. Поставьте оценочку и будете молодец, что думаете по этому поводу. Все вручную одобряем, комментарии, регистрации, будьте внимательны. В калитку улетает 1000 пользователей, 1000 комментариев за маты, за всякое дерьмо, да? Поэтому такое, в общем. В общем, вот так вот, да? Фух, я постарался разобрать максимально. Альбом «Поиск современного звучания», как у меня в индивидуальности харизме, везде 10. Базар, бро. Текста чуть не дотягивает до 9. Реализация всех стилей 10. Это точно. Глебасти очень хорошо чувствует биты. Хотя даже не писался на них. Ставлю 10. Вайп. Тут 5 и тренд 24. Не во всех треках современное звучание крепкие 80 баллов. Спасибо большое, бро. Спасибо. Объяснил, да. Объяснил. Ну, я думаю, что такая оценка может пройти, да. Вот ты так думаешь. Ну, пожалуйста, твое право. Знаешь, вряд ли ты, конечно, верификацию получил за такие аргументы. Но мнение имеет место быть. Оки-доки. Да-да, это вот отсюда, да, сообщение. Спасибо. Это было интересно разбирать. Это в любом случае много эмоций. Я думаю, что чат кайфанул. Надеюсь, артист тоже кайфанет. Воспримет это как-то
без особой ранимости, и, возможно, какие-то вещи вынесет из этого, если это нужно ему будет. Как-то так.